А мы приглашаем на сцену нашего второго гостя из Казани. Это выпускница Казанского государственного университета культуры и искусств Назирова Эльвира. И ее номер, который называется «Я не хочу», постановщик Назирова Эльвира. Вы знаете, что люди могут не вернуться, зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас, проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Я не хочу, чтобы эта тонкая нить между нами оборвалась. Не уходи! Все равно я останусь здесь, на одной с тобой планете, ждать тебя. В твоей загорелой руке я читаю молитву. Мы с тобой расстаемся, мой друг, навсегда, навсегда. И дрожат мои губы, я кривлю их в улыбке. Я готова, и ты подаешь мне пальто. Мы уходим, а на улице вечер. Yeah.